На окнах появляются кружевные узоры, зажигаются огоньки, и взрослые, и дети готовятся к праздникам. В преддверии Нового года в Ульяновске состоится премьера мюзикла «Снежная королева». Произведение Ганса Христиана Андерсена ставят на сцене Дворца культуры «Губернаторский». Первое, что бросилось в глаза, это свежие и оригинальные эффекты. Первыми выступают Кай и Герда, далее открывается занавес, и взором предстает блистательная «Снежная королева». Ледяной голос и отточенные движения дополнили развивающимся белым полотном, иллюстрирующим метель. Мы изображаем зиму. С самого начала у нас очень красивый эффект зимы. Большая красивая ткань, с которой работают дети. Мы даем такую вот прям затравку, чтобы зритель погрузился в наш мюзикл. После эффектного вступления начинаются вокальные и танцевальные номера. Что интересно, хореографию поставили исполнители ролей Кая и Герды. Дарья Маркина и Андрей Измайлов гармонично вжились в образы сказочных ребят. Кая и Герда – это в первую очередь дети, которые... непосредственность, что свойственно детям. Это непосредственность, которая как бы... Не знаю. Я уже взрослая, поэтому не сложно было, но детство все равно у нас где-то внутри, оно все время присутствует. Здесь вот этот стеклянный взгляд, абсолютная холодность, то есть нужно забыть об этом всем теплом как раз. Ну как Кай, он же замороженный, он же получается никак... Заколдованный. Ну, заколдованный, замороженный. Сердце его заморозило, снежная королева. Сказала, ты все забыл. Ну, вот он и все забыл. Вот он стоит, значит, думает, что у него дом на холодной звезде, пока не приходит Герда и не возвращает его в прекрасное детство. Артисты уже готовы к премьере. На первое представление все билеты уже проданы. Но мюзикл состоится не единожды. Новогоднее представление пройдет с 25 по 30 декабря и с 3 по 5 января. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов, Правда ТВ.